Ну вот, друзья, едет наш знаменитый XC70. Остановился. Ему помещали встать на лед. Вот наш знаменитый XC70. На льду. Вот так у него работает муфта Халдекса. Сейчас начнет выезжать со льда. Знаменитая муфта Халдекса. Включена. XC70. Дал задний. Так, ему чуть-чуть не хватает сцепления. Зачем? Ладно. Скользит. Работает муфта Халдекса. Но здесь лед вещами. Все четыре работают. Пойдем довольно-таки высокий. Это называется буксуем. Ну, раз тронул, зря найдет. Скользит машина вниз. Не машина, а зверь. Так, задом как поднимается он по льду? Задом муфта Халдекса не включается. А, включается с той стороны. А, есть, есть. Yes. Хватит, поехали на работу. Ясно, Светай? Лёд жёсткий. Непосредственно мы сели в эту машину. И сейчас он поехал. Ему не хватало просто... Нагрузки не хватало. 150 килограмм. А, вот сейчас на лёд ставили. Так она крутится, мы не видим, лед. Ладно, топи вперед, ехали. Ясно, все ясно. Бывают моменты, когда... Та девятка? Да. Ну да, чуть-чуть нужен энергия. Не может. XC70. Не смог.